Продолжаем. Короче, я вам так скажу. Вот эта игра с Бэтменом, до хорошего меня не довела. Психика нервная нарушена, первый уровень не пройден, говорю сразу. И, короче, я его видел рядом. Тупо игруху, которая занимала второе место. Мои любимые черепашечки. Тортилос. Тупо тортилос. Йоу. Да. Ну шо, кого? Естественно, блин, выбираю дайгера. В тупую. Так, ну давай, что у нас тут происходит? Вот это, конечно, у нее там сися выпала, конечно, это было в детстве интересно очень. Это шо произошло-то? Лё, вот разбийник. Вот разбил. Для у него какой палец опухший. Ля. Тупо тортилы смотрят телевизор и сейчас будут просто в шоке. Ля. Ля, какой вообще просто. Ой-ой-ой, что-то я за управление забыл. Так, стоп. Я сейчас не понял. А. Ля, как он его ушатал. Да ты шо, блин, да ты шо, это уже полегче немножко. На. Мне нравится, когда они скривляются, когда их по животу бьешь. Ля, нихера себе меня ушатали. Ля, тупо вообще, ля, как ушатывает. Это все потому что дальше. То ну ты шо? Блин, закумарили, вот это не по-пацански. Все, да? Гейм овер. Поберешь его за руку и херачишь его просто как ребенка. На. Да ты шо вообще просто легчаешь. Ну просто посмотрите, я тупо кинжалом. Не, ну вот это не по-пацански, просто один держит, два бьют. Это вообще это. О! Пицца. Вот этих тварей я помню. Летающие роботы, как они меня бесили. Они, короче, неубиваемые были. Блин, а? Ля, его Рафаэля берут. И связывают. Ага, мимо, да? Мимо. Вот и все, окочурился и... Песенка спета. Вот и все. Да? Нет? Ты живой еще? Да ты шо вообще просто? Да закумарила. Блин, что не так сильно херачится? Ну, походу опять, блин, за уровень выбрал. Не тот, короче. Не понял. Ой, блядь. Не, я сейчас не понял. Блин, я хочу дальше. Давай. Я понял, короче, дагера не надо. Надо вот этого пацана с палочкой выбирать. Опа. Да ты что, ну другое дело. Ну посмотри, ну он палкой просто захватывает больше область поражения. Да ты что, ля, вообще просто. Ну вообще другое дело, вообще другой разговор. Ну просто, ну. По-другому начали общаться.
этап, что, бля? Раз, два, три, четыре, пять. Вообще просто, ну что, не, ну что сказать, гляньте, троих сразу. Троих ушат. И нет вот этого прикола, когда тебя держат пацаны и херачат. Тут он пацаны сразу отхватывает, бля. Тупо подъезжаешь на вишневые девяточки и типа сразу получаешь подбешенный. Тупо 90. Ля, тупо, ля. Ты такой, короче, на рынке стоишь и отжимаешь свою точку. И, ну вот это, конечно, неприятно, блин. Я уже и забыл, что бочка так может. И вот эти, гляньте, просто они даже в экран не поместились. Я их тупо сразу защемил. Вообще, ля, какая игруха. Блин, она мне нравилась. Я даже, кстати, ее, по-моему, на сейве проходил. Блин, вот она просто не такая трудная была, как, к примеру, этот Бэтмен. Вообще, Бэтмен это, конечно, вообще, это оторви и выкинь нафиг. Лёх, какой скилл! Ты шо? На! Я сейчас не понял. Бля. Ему нравится, ты его бьёшь, а ему похер. Да ты шо, слышишь? Ля! Все, ушатал. Опа! 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 Вообще легче. Вот это вот, я вам скажу, вот это нормально. Вот это вот вполне нормально. Это уже другое дело просто. О, моя пицца. Отлично. Восстановился, отрегенился и разбор полетов устроил. Опа. Бля, быканул на меня как, а? Ну, собака. Та ты шо. Вы посмотрите на это просто зрелище. Ля. Ну. По-моему, тут сейчас босс будет какой-то, если я не ошибаюсь. Типа, по-моему, свинья будет. О, это ж это тут мозги вот эти прикольные. Вот это вот. Короче, вообще старая добрая игрушка. Опа, новая лока. Димон, Димон. Да я их вообще просто разматываю, слушайте, они просто, как я не знаю, уличный маньяк-убийца. Айтишник второго уровня просто. Блин, как-то я вот... Были легенды, что на этот балкончик каким-то форматом можно зайти. Вообще, просто. Ну, это легенды ходили, короче, в школе. Помню. Просто, блядь. Я даже не помню, учился ли я в школе, когда это дерьмо было. Вообще, просто. Я тогда играл Черепашек Ниндзя, смотрел Человека-паука и просто чилил. Еще, кстати, Comic Zone стоит поехать. Она очень простая, я помню. Ну, она такая, типа, легенькая игрушечка. Не принуждающая. Ну, конечно, есть моменты там такие бесящие. Были, конечно. Без этого вообще абсолютно никак. Ля. Еще я помню, тут где-то машина выезжает вот в тупую, которая меня может раздавить. Я помню эти грабли. Пошел. Это голубенькая машинка, я вот помню. Какая-то как стартанящик, как тупо мне переедет, тупо тортилу мою. А вот она, да, вот она. Тут надо держаться ближе к его ногам. Бля, вы видели эту скорость? Тупо стартанящего. О, вот это я помню. Вот это я помню. Сейчас их вылезет. Ля. Тупо отфигачил. Ну что можно еще сказать? Все.
Легчайшая. Да. Ну, конечно, на двоих было бы вообще эпично. Если еще один бы человек играл бы с джойстиком. Ой-ой-ой! Лук он меня задел. Ты шо, я вообще прошел? Люди вообще в шоке. Понимаете, а где бы я играл бы сейчас в Бэтмене? Я бы третий раз бы снимал бы первый уровень и просто психика не выдерживала. Лё. Пацаны, я вас уже не знаю, вас столько уже переносил, может быть вы остановитесь? Не бейте вы друг друга. Ля. О, тут босс, по-моему. Блин, что-то этот, до хера, короче, мобов. Тут как-то поприятнее управление, реально. А еще я только что вспомнил, да, что это за фиолетовые типы. Что они могут? Ничего не мог, кто помнит. А еще я вспомнил, короче, что я играл в X-Men. За любимейшего картежника. Это вообще, ну просто, ну ноль урона. О, вот эти я помню, они, короче, вообще жесткие. Ну их, блин, нафиг. Я помню, вот это, вот эти вообще жесть. Фу. Бля, да ты шо, вообще ноль урона получал, ноль. Вообще уворачиваюсь от всех их ударов. Я вот помню, блин, вот они еще такие были, бьешь их, и там такой звук был, короче, от, типа, ты по железу лупишь палкой этой сами. О, пицца, слава богу. Ля, ля. Да, вот это тоже я помню, вот этих кракенов. Тварь. Просто тварь. Ой-ой-ой. Так. Ну. Вообще, вот это что-то... Что это такое, конечно, это сложно объяснить. Сложно поддается объяснению логическому. Опа. Пацаны. Мы с вами быстро порешаем. Тут как бы не сложно. Ой-ой-ой. Ой, это шо ж вы так лупите, а? О, не, вот это, кстати, неприятно было. Я тебе вот это, ведь я говорил за вот это вот, а? Зёль. Опа, 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 кто это, кто? О, вот это крокодил, вот это аллигатор, тупо. Это этот, скажите мне. Вы посмотрите на его просто. Хочу ремня, блядь, тварь. Блин, ну это, конечно, от него надо как-то. Блин. Тварь, а? Он еще может загасить, конечно. Блин, а? Пожалуйста, еще дайте мне шанс. Спасибо. Блин, тварь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Слушайте, ну я не понял вообще. Дайте мне еще шанс, пожалуйста. Пожалуйста. Где я рестартом, мне интересно. В начале, да? В самом начале, да? Как я люблю всех за это. А, я вот не знаю, на этом ли закончить обзор? Я думаю, что да. А, просто... Нервы, короче, дальше не выдерживают. Мне вот нравится, что все с самого нафиг начала.
Хотя, может, не сначала, но сейчас я ради интереса. Я смотрю, вот я, кстати, не помню фиолетовых вот этих дрянь вначале. Сейчас, если, блин, что-то этот Лео не очень. Хотя это самый топовый типа персонаж. Лео какого? Лео. Это что такое? Я сейчас не понял. Почудился. А, да, это может быть не начало. Тут не начало. Да, тут ярое продолжение, я так понимаю, полагаю, по крайней мере. Блин, ну я опять вот этого Лео взял. Первый раз за него, кстати, играл. Вообще. Мне он что-то не понравился. Этот пацан с палкой самый нормальный. Да, это не начало, вот это ж. Вот эти кракены, конечно, атакуют нормально. Господи, неужели просто разработчик додумался не с самого начала? Просто с самого начала. Вот как вот Бэтмен, это просто ужас какой-то. Первый уровень невозможно пройти, ну это жесть. Твари, да? Скотиняк. Тупо раскидал. То крокодила бы так раскидать, а? Я помню, что он такой сложноватый, блин. Ох ты, тварь. Блин, надо было этого Донателло брать, а? Что я вообще, блин? Ой-ой-ой. Давай. Давай, ПВП, так ПВП, давай. А теперь отходим. А, это он меня ударил. Слушайте, вот реально от него вот тут непонятно, как выворачиваться. Все, я хочу для себя увидеть. Вот блин, вот как, ну вот я вот его побил. Да что ты будешь делать? Блин, ну как от него вернулся? Чё, блин, я уже не знаю. Ну серьезно. Сейчас. Я беру вот этого персонажа и спокойно просто тащу. Палка решает все проблемы. Я как-то за него привык уже. Ля-ля, какие. Максимально за него можно экономить хпшечку. Хотел меня шмальнуть, да? Хотел шмальнуть меня, да? В спину тупо. А в спине что? В спине панцирь. Ля. Блин, так можно и на всю ночь залипнуть, а? Опа. Да, уже руки вспотели просто. Ля, ну просто, ну с палки, ля, ушатываю с одного просто удара, ля, раз и все. Ой-ой-ой! Вот так вот. Потому что палка решает вообще вопрос. Вообще просто легчайше. Главное, я их бью вообще по всему телу, они за живот хватаются, интересно.
интересная тактика. Ты шо, я помню, конечно, играл в нее тоже. Приходишь с другом тупо. Все, я готов, я тупо готов. Давай, шо, шо, шо. Ну давай, давай. Давай, давай. Тупо, давай. Рингтон, блин. Опа. А, я в принципе сейчас. Я понял. Тут просто надо держаться ближе к его ногам. Главное выделить, рептилоида выделил. Заебал ты, вот ебаный, бля. Ой-ой. Не, ну слушайте, ну это сильно. Кстати, он. Блин, какой-то. Опа. Я понял, как его убивать, вообще легчайше. Надо просто боковушечки принимать. Ой-ой-ой. Боковую просто принимаешь и все, да, в бок, в бок, тупо в бок. Не всегда это выходит. Он уже окочуренный, смотрите, он уже просто. Опа. О, ля-ля-ля, на него, ля. А ему просто снес. Да ты шо. Да ты шо. Вообще прям. Господи, хоть прошел чуть-чуть, а. О, я помню это вообще. Вот это классные миссии были. Вообще они были легчайшие. Прикольно. Ты шо на сноубордике? Блин, там еще какие-то были миссии, я вот уже не помню. Вот эти вот вообще были такие классные, мне они очень нравились. Она такая коротенькая. Пособираешь пиццу, всякую непонятную. Ящички. Так, вот мне сделать прыжок. Опа. Я вот не помню. Ой-ой-ой. 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 Там вообще просто кайфуша. Тупо серфи. Ой, вот этих я помню, твари. Я помню, да. Ой-ой-ой. А что это вы со спины заходите, пацаны? Это неправильно. Ля. Что это за блин чирикающий попугайщик? Да ты шо, ля, на борт корабля. У, тут уже будет посложнее. Я думаю, на этом мой обзор закончится, потому что нервов моих уже не хватит. Ля. Тум. Тум. Проходите, блин, такие игры, я не вижу смысла. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кто ты шо? Не понял я сейчас. Короче, если будете играть, выбирайте вот эту тортилу с палкой. Я вам отвечаю, она у вас порешит все. Тут, кстати, управление какое-то более лояльное. Блин, ну Бэтмен управление, конечно, меня разочаровало. Опа. Нормально, да? Я помню эту уловку. Я помню. Там дальше будет много такого. И, кстати, такая же фишка, если бы меня машина раздавила. Точь-точь. Точь-точь. Какая красивая графика просто. Я вообще просто глаза радуюсь. Да, мы уже куда-то приплыли почти. Ой-ой. Ой, не, ну пацаны, вот этого я вам говорил, мне нельзя делать так. Не подходи к морпеху сзади. Просто.
вурдалаки. В чем сила, брат? Сила в Донателло. Ну как это называется? Ну, настолько красиво я еще не раскидывал. Что свои эти игрушки кидаешь, а? Злая участь. Блин, в ХПшке, конечно, такое себе осталось. Я думаю, тут чуть-чуть. Ой-ой-ой! Я вот этого не ожидал. Даже не помню, что так бочки падали. Опа, еле. Не, ну у меня ХП. Это что за два удара было? Можно мне? О, спасибо. А я думал уже все. Кстати, не обратил внимания на ХПшки. Не понял. Сейчас вот это здесь я сливаю, что это все уже. Слушайте, с каждым уровнем они вот так морпеху сзади подходят. Ух ты, что это такое вообще? Это шо? Ля. Я-то вот, это, вот этого я точно не помню. Вот этих муравьев. Ну. Да кто вообще такие? Что за камни? В натуре вообще не помню. Это шо такое прибежало вообще? Жесть. Ууу, какой. Блин, я вот помню вот эту пещеру. По-моему, там скоро какая-то херь будет. Это вообще трэш. Подорвались пацаны, конечно. Интересно. Да что-то такое, а? Блин. Блин, дайте мне, пожалуйста, эту пиццу. Куда ты, блин, там разгоняешься? Блин, опасно, опасно. Вот этих пацанов, может быть, я еще и раскидаю, конечно. Вот это да, вот это да, вот это да, опасно, опасно. Опасненько. Типа как этот, Леонид и Спарта просто сражаются с ними. Вот тварь, вы представляете, вот этот один маленький удар, просто один. Давай. А, все, да, я уже не могу за него, да, это... Понял, что это такое? А, все, да? Ну и я понял. Нервы дальше не выдерживают. Спасибо всем за просмотр.